Мир вам, пилигримы! Мир вам, странники и пришельцы! Мир вам, братья и сестры! Сердечный, свежий привет вам из Украины! С очень коротким визитом, буквально на несколько дней. И уже через пару дней мне нужно быть опять там. От всех, кто живет в моей стране, спасибо всем, кто вспоминает о нас в молитвах. Нам действительно нужно чудо. И искренне благодарю всех, кто, молясь о своих детях, о своих заботах, вспоминает нас там. Первое, я, чтобы не забыть, подарок. К сожалению, не могу подарить это каждому. Здесь есть несколько фильмов о нашем служении. Снято много фильмов. Мы немножко устали от внимания кинематографистов, но это часть нашего призвания. Здесь есть фильмы, лауреаты украинских кинофестивалей, международных кинофестивалей, российских кинофестивалей. Мне особенно приятно, что вот этот фильм мне особенно будет приятно подарить вам. Если кто-то сможет сделать копии, чтобы люди могли посмотреть, это было бы здорово. Он есть на английском профессиональном, на испанском, на арабских. Это первый в истории российского телевидения хороший фильм про пастора церкви. Для меня это огромная привилегия. Пропагандистский путинский канал Russia Today снял классный фильм про моих сыновей, приемных сыновей. У меня 32 приемных. И классный фильм. Впервые в истории они сняли хороший фильм про пастора неправославного священника. Потом началась война. И теперь они показывают по одному телеканалу, что я хороший парень. Этот фильм получил награду на кинофестивале в России в рубрике «Герой нашего времени». Это стало быть я. И они показывают это по всему миру и в России. А второй телеканал в России показывает, что я фашист, бандеровец и негодяй. Они озадачили телезрителя в России, и мне это нравится. Кто из вас не знает, к какой категории я принадлежу, посмотрите лучше этот фильм. Это немножко поможет вам понять чуть-чуть. Это подарок вашей церкви. Спасибо, что принимаете в гости. Скажу прямо, не каждый, у вас храбрый пастор, не каждый пастор пустит за кафедру контуженного украинского пастора из Мариуполя. У вас смелый пастор, и цените это. Я верю, что пастор должен быть смелым. Я верю, что пастор не должен бояться многих-многих вещей. «Не бойся» звучало сегодня. И одна из самых важных вещей – пастор не должен бояться паствы. У меня есть одна из наших церквей – это церковь для глухонемых. И я владею языком глухонемых. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. Знаете, мне многие вещи нравятся на языке глухонемых. И не веди нас во искушение. Или избавь нас от лукавого. Но мне очень нравится слово пастор на языке глухих. Ну, по крайней мере, на языке русско-украинско-говорящих глухих. Я не знаю, в Америке другой язык, может быть, наверняка по-другому. Но в Украине глухонемые слово пастор состоит из двух жестов. Мне нравятся оба, но вторая половина слова «пастор» особенно. Первая часть слова «пастор» на языке глухонемых выглядит вот так. И мне это нравится. Но вторая часть слова «пастор» на языке украинских и русских глухонемых приводит меня в восторг. Первая часть слова «пастор» вот так, а вторая вот так. Я не знаю, думаю, что в Америке, может быть, пастор переводится вот так и вот так. Но я из Украины, поэтому крепитесь.
Если сразу давайте, я не буду о политике, я знаю, что некоторые в зале напряжены, что я здесь за кафедрой. Расслабьтесь, пожалуйста, я не буду проклинать Путина и так далее. Никакой политики, кому интересно о политике, можем вечером где-нибудь собраться, поговорить, я отвечу на любые вопросы. Но если я вдруг что-то не так скажу, и вам это не понравится, вы можете сделать две вещи. Первое, вы можете сказать, да что с этого махня, я контуженный на войне. Я подорвался на мине, у меня есть справка. Если вдруг вам не понравится что-то, что я скажу, скажите, да что с него взяли, он контуженный. Просто будьте снисходительны, добро? Второй вариант, просто молча выйти. Самый радикальный вариант, крикнуть мне что-нибудь из зала и хлопнуть дверью. Но я уеду, вы потом... Все претензии к вашему пастору. Если вы будете к нему предъявлять претензии, я контуженный, я ему дам копию справки. И он скажет, ну что вы с него возьмете, ну контужен. Хорошо, я понимаю, что времени немного, у нас было чудесное время поклонения, и тем не менее, я хочу сказать одну важную вещь. Для тех, кто не понимает немножко ситуации, там все-таки многие... Я живу на войне 10 километров, 10-15 километров до линии фронта от моей церкви, от моих детских домов, от моих детей, родных, приемных. 7-8 миль. Просто нарисуйте себе, вот возьмите ваш дом, где вы живете в Америке, мысленно на карте Атланты поставьте точку в 7-8 милях. Ну, до чего 7-8 миль? И представьте картину, что там... Артиллерия, танки, ракеты, окопы, солдаты, бои. Все это грохочет день и ночь и несется в твой дом. Твои дети, это длится уже больше года, почти полтора года мы живем на войне. Наш город был захвачен бандитами, был освобожден. Потом война опять подкатила прямо под город. Мы много чего видели, пережили, поняли. Мы живем на войне, 8-7 миль до линии фронта. Я бываю на фронте несколько раз в неделю, мои сыны воюют некоторые. Мои друзья, каждый день моя команда на фронте, много раз рискуя жизнью. И знаете, Бог учит нас верить во время войны. Никогда не думали, что будем получать эти уроки. Но Библия – книга, которая учит нас верить в разное время. И в мирное, хорошее, светлое, и во времена невероятных потрясений. Библия говорит о том, что вера нужна нам, когда все хорошо, и нам надо не забыть о Господе, а это нелегко, когда все хорошо. И Библия учит нас верить, когда все валится вокруг, и кажется, весь мир рассыпается. На войне учит верить нас Библия. Верою были крепки на войне, Новый Завет, кстати. Верою прогоняли полки чужих. Верою разрушали царство. Верою избегали острия меча, а некоторые и погибли от меча. Библия говорит о вере в разное время. И, может быть, одна короткая вещь. Я попробую одно маленькое слово из Писания вам дать. И, может быть, 33-й псалом, псалом Давида. Этот псалом написан в очень тяжелое время в жизни Давида. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. В другом месте Писания можем прочитать, что Давиду пришлось вывалить язык. Вы медийная церковь, я не буду это показывать. Потому что потом кто-нибудь сделает скриншот и выставит на весь мир и скажет, Махненко язык показывает во время служения. Но Давид вывалил язык и пустил слюни. Он притворился сумасшедшим. И он был изгнан и убежал. Слово «беженец» такое понятное сегодня для украинцев. У меня все помещения забиты беженцами. Они живут в моем доме, они живут повсюду. Мой сын беженец,
живет рядом со мной, 10 суток был в плену, 1.5 суток подвешенный, висел к потолку, избивали, выводили, имитировали расстрел. Сам не буду, подробности опущу. Иными словами, у Давида было очень тяжелое время. Мы знаем, что многие его псалмы написаны в классное время, в хорошее время, когда все ладится в Израиле, но некоторые в очень тяжелое. В жизни есть разное время. Молодежь у вас на галерке сидит? Обычно они на галерке. Молодежь, где больше молодежи в зале? В какой части? Там, наверное. Я хочу сказать, первая короткая важная вещь. В жизни есть разное время. Те, кто постарше, это знают. Те, кто молоды, думают, что всегда жизнь, ну, они еще не, у них все классно. Молодые люди, в жизни есть разное время. Есть веселое, хорошее, когда вы молоды, здоровы, рядом ваши родные, близкие. Есть время, когда ты стоишь у гробов своих родных, у гроба матери или отца, однажды стоять, ну, почти каждому на этой земле. Однажды вам хоронить самых близких людей, мужа, жену. Не дай Бог, однажды вам идти через понятие война. Но в жизни есть разное время. У Давида было ужасное время. И вот что он говорит. Это для меня поддержка, это слово. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Он притворился сумасшедшим, он вывалил язык, он пустил слюни, ему надо выжить от страха. Его изгнали, он беженец. И он говорит: благословлю Господа во всякое время. Я повторяю себе эту строчку тысячи-тысячи раз в течение последних 1.5 года. Это самые страшные 1.5 года в моей жизни. Это 1.5 года, наполненные слезами, страшной болью, жутким страхом, парализующим тебя, сковывающим тебя. Это 1.5 года, которые наполнены невероятными трагедиями. Это 1.5 года, в которых моя христианская жизнь, казалось, разрушается вообще. Я прошел через, пожалуй, самый тяжелый кризис своей жизни именно в эти 1.5 года. Мне казалось в некоторых моментах, что тот, кому я молился и служил 22 года, забыл обо мне. Мне казалось, что у неба есть более важные вопросы, чем моя жизнь, жизнь моих друзей, жизнь моих детей. Мне казалось, что небо не слышит нас, и что ангелы заняты чем-то там, поют псалмы, им точно не до меня и не до нашего кошмара. В эти 1.5 года я стоял на грани того, чтобы просто сдать свое пасторское служение. Не спешите меня осуждать за это. И просто пойти взять оружие, стать рядом со своими пацанами, с мальчишками 18-летними, защищающими мой город и умирающими. Позвоните епископу и сказать: спасибо, Алексей Алексеевич, я не могу больше, я ухожу. И мне казалось, много раз мне казалось, что у меня были тяжелые диалоги с Богом в эти 1.5 года. Никогда не было так тяжело поклоняться, как в эти 1.5 года. Никогда не было так тяжело молиться. Но вот что я хочу вам сказать. Оглядываясь назад, я говорю: прости меня, Господи. Ты не оставил,
ты не покинул. Ты был рядом, когда мне казалось, что это совсем не так. Ты вел нас, ты направлял наши стопы, ты использовал наши страхи, даже немощи. Я понимаю, что то, что я говорю, для многих звучит странно. Не спешите судить. Я искренне молюсь, чтобы никому из вас не приходилось никогда среди ночи поднимать по тревоге вашу семью, ваших детей. И перепуганные глазенки, которые в пол второго ночи под грохот орудий, и ты кидаешь их в машину, в колонну машин, мы загружаем детские дома, женщин и детей быстро, быстро из города, потому что война идет опять назад, война возвращается к городу. В любую секунду может все обернуться катастрофой для всех наших детей. И мы грузим детский дом, и семейные дома, женщин, детей ночью под грохот орудий. И проснувшиеся дети говорят: папочка, а что, опять война? Они уже знают звук войны, они уже пережили бои в центре города, они видели уже кровь, страх, ужас. Опять война, папа, и ты врешь, не моргая, несмотря на то, что ты пастор. Нет, родненькие, вы в гости едете, они же не идиоты. Папа, а ты с нами? И тебе сложно, ты врешь. Ты говоришь: я приеду, я обязательно за вами приеду, завтра же отправлюсь с вами. А сам понимаешь, что, может быть, ты последний раз держишь своих детей на руках, потому что они уезжают в одну сторону, а тебе со старшими сынами в другую, чтобы попытаться хоть что-то сделать и остановить эту бойню, которая возвращается. Это очень непростые переживания, и не дай вам Бог когда-нибудь это понять. В эти полтора года я прошел через страшные, со своей командой, со своими лидерами, со своими братьями. Мы перечитывали Библию, ища от Господа инструкций, что нам делать. Бросать наш город и убегать, как это делают многие люди. Или все-таки пытаться защитить нашу страну, нашу землю, наши церкви, наших детей. И это непростые вопросы. Но главный вывод, к которому я пришел: мне стоит доверять Богу во всякое время. Благословлю Господа во всякое время. В жизни есть разное время. Помните, Иисус идет в Иерусалим. Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне. Они постилают пиджаки, пальмовые ветви, пройдет 4 дня. Распни его! Амплитуда, синусоида жизни. Только что все было так здорово, и вот он, Голгофский крест и Иуда. В этот год я пережил предательство моих братьев-христиан. Как никогда больно это было, и это тяжело. И эти поцелуи Иуды для меня перестали быть теорией. Жизнь – это синусоида. У нее есть подъемы и спады. Есть классное время и катастрофическое время. Благословляем Бога во всякое время. Иногда у Иисуса за неделю была эта амплитуда. Я в апреле вылез из окопов, я капеллан, я официально военнослужащий украинской армии. Хорошо, что еще никто не выбежал. Я капеллан. Мы создали батальон военных капелланов, в каждом окопе христианские священники с солдатами, молимся, говорим о Христе, чтобы на войне остались людьми, чтобы не превратились в зверей. Мы говорим: мы не имеем права превратиться в зверей. Человек превращается в животное на войне. И так важно, что в каждом окопе пастора, лидеры, служители, молитва, правильные слова солдатам, чтобы не оскотинились. Эти
За одну неделю у Христа бы, я вылез из окопа в апреле, прыгнул в поезд в Киев, из Киева прыгнул самолет в Нью-Йорк, и прямо с самолета, из окопов, меня забирают и везут в Нью-Йорке на красную дорожку. Центр Нью-Йорка, Лоу Манхэттен, 500 метров до Граунд Зеро, крупный кинофестиваль. И в Нью-Йорке висят афиши с моим портретом. Крокодайл Геннадий. Так назвали ваши американские документалисты мирового класса. У некоторых там Оскары, Грэмми, Санданс фестивали, мировые кинематографисты. И они загоняют меня на красную дорожку. Там Шварценеггер перед этим, передо мной был с фильмом о зомби. Они ему: мистер Шварценеггер, сори, пастор Геннадий, welcome. И вот я стою на красной дорожке в Нью-Йорке. Нью-Йорк Таймс, Холливуд Репортер, Wall Street Journal, Daily News. А я двое суток не принимал душ. Я из украинских окопов. Никто никогда не стоял на голливудской красной дорожке, двое суток не принимая душ. Двое суток назад я был на линии фронта с ребятами, умирающими там. Через два дня ты стоишь в Нью-Йорке, телекамеры, журналисты, мировая премьера фильма с твоим именем. Жизнь – это амплитуда. И знаете, когда все классно, так легко поклоняться Богу. Но мы обязаны поклоняться Ему во всякое время. Слышите? Бог остается Богом во всякое время. Сегодня утром я открыл новости и прочитал о двух погибших солдатах, и там не указано подразделение. Я понимаю, это сложно будет вам понять, но каждый раз, когда я читаю в новостях о погибших солдатах, я хватаю телефон и пытаюсь дозвониться своим сынам на передовую. Один из моих сыновей, он беспризорник с 5 лет. В 10 лет он сел за кастрюлю супа в тюрьму, детскую тюрьму, аналог детской тюрьмы, закрытый детский интернат. С 10 до 13 он просидел там за кастрюлю супа. В 13 он стал моим приемным сыном. Мы вместе покорили Эльбрус. Мы вместе покорили с ним Арарат, легендарный, тот самый. Мы покорили Райнир, ваш вулкан, самый опасный вулкан в США, Килиманджаро, вершину Африки. Мы служим вместе в миссионерских полях в Африке. Мы объехали на велосипеде пол земного шара, провели сотни служений. Мы мотивировали сотни людей усыновлять детей-сирот. Мы вместе служили Богу. И в этом году мы должны были продолжать наш бешеный проект – кругосветку бывших беспризорных на велосипедах, мотивируя людей усыновлять сирот. Вместо этого он пришел ко мне и говорит: батя, я ухожу на фронт. Не дай вам Бог понять, как это провожать сына, не в армию, на войну. Не дай вам Бог набирать когда-нибудь кнопку, номер сына и слышать в ответ: нет связи, не отвечает абонент. И почему не отвечает, ты никогда не знаешь. И сердце колотится внутри, и страхи наполняют тебя. И тяжело славить Господа, когда в жизни приходят такие моменты. Я проповедую это, во-первых, себе. Я повторяю себе эту фразу 1,5 года. Благословляй Бога во всякое время. За эти 1,5 года здоровье моей жены просто исчезло. Ей 49 лет, но у нее теперь походка 80-летней старухи. И это не просто. За эти 1,5 года я хоронил своих друзей. Мой друг пастор, его расстреляли в центре Мариуполя, прямо в центре города. У него остался сынишка, неделя разницы с моим младшеньким.
Мы любили шутить на эту тему. 8 пуль в его голове. И это не просто. Я видел волосы девчонки 22-летней, размазанные по потолку, висящие на потолке, как дождик новогодний. И в это время тяжело благословлять Бога. Но надо. Это правильно. Благословляйте Господа во всякое время. Я не знаю, какое у вас сегодня время. У вас все равно есть в жизни амплитуда. Я не знаю вас, я не знаю. Может быть, у кого-то сегодня классное время. Вы здоровье в порядке, дети в порядке, на работе все ладится. В Атланте не грохочет орудия, никто не режет ваших детей. Фотографии ваших детей и ваши фотографии не висят в списках на расстрел. За вашу голову не дают цену бандиты. Благодарите Бога. Благословляйте имя Господа за мирное небо. Но может быть не так, может быть болезнь, трагедия, страшный диагноз, умирающие близкие. Может быть, вы недавно похоронили кого-то из очень дорогих людей. Может быть, дети в проблеме, катастрофа, беда. Послушайте, Давид с высунутым языком, пуская слюну, в страхе за свою жизнь пишет эти слова. Благословлю Господа во всякое время. Это звучит как приказ своей душе. Благословлю Бога во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Через 3 минутки, я так понимаю, что мы уже сильно переборщили. Через 3 минутки я помолюсь вместе с вами. Через 2 дня я вернусь в свои окопы к своим сынам. Просто знайте, я не фашист и не бандеровец. Все, что я хочу, чтобы моих детей не убивали. Чтобы моя церковь могла свободно поклоняться дальше Богу, не под указку ФСБшников. Не спешите судить тех христиан, тех пасторов, которые сегодня на линии фронта. И может быть, вам непонятно, что они делают. Может быть, со временем вы поймете, что они были правы. Для меня огромная радость, что я получаю десятки писем от людей, которые говорят: простите, пастор, еще 1.5 года назад я думал, что вы, ну, просто с ума сошли. Простите, пожалуйста. Не спешите судить тех, над домами которых летят десятки российских ракет. Я русский человек. У меня мамка из-под Питера, батя из-под Курска. Я до сих пор иногда думаю, кто-нибудь возьмет, тряхнет меня сильно за плечи, я проснусь, и я разрыдаюсь. И я скажу: Боже, спасибо, это был страшный сон. О том, что я русский человек, рою окопы с сыновьями, отец 32 приемных детей, директор детского репцентра для беспризорных, крупнейшего в бывшем Советском Союзе, что я рою окопы со своими сыновьями от русских танков в 21 веке под моим городом. Кто-нибудь разбудите меня. Но все дальше я понимаю, что это не сон, это не приснилось нам, это реально происходит. И это задает очень сложные вопросы нам. Когда по твоим друзьям летят ракеты, когда кровь, смерть, огонь в твоем городе, не спешите судить. Когда вы не понимаете тех, кто там находится, помолитесь о нас, грешных. Отдельно прошу, помолитесь за контуженного пастора. Я молюсь, чтобы ненависть не восторжествовала во мне. Я молюсь не только за солдат, но за себя. Я повторяю искренне, абсолютно, без напряга. Я люблю Россию и русских людей. Я люблю ее больше всех политиков в их думе государственной вместе взятой. Это родная для меня страна. Я ненавижу бесовской дух, который убивает людей, рвет в клочья. Это мой враг номер один.
Благословляйте Бога во всякое время вашей жизни. Что бы ни было, что бы ни происходило, благословляйте Бога. Если завтра земля будет трястись под ногами, Пасха в моей церкви, я проповедую, большое служение праздничное, и начинается обстрел. На Пасху комбат привез солдат, разведчиков, они сидят там, прямо на собрании, и начинается обстрел. И командир говорит: пастор, простите, тревожный подъем на передовую, ты не знаешь, кто вернется из них живой. Все это в 10-15 километрах от пасхального служения. И мы поем хвалу, и мы говорим: Господь, ты велик, ты прекрасен, ты чудесный. И мы правильно делаем. Потому что благословлять Бога стоит в любое время в жизни. Что бы ни происходило в вашей судьбе, если вы забудете, как меня зовут, я это переживу. Если Мариуполь вы перепутаете с Мелитополем, этот грех вам простится. Если вы будете до конца жизни меня считать бендеровцем, заблудшим и отпавшим от веры, я не в обиде. Да простит вам Господь. Правда, не в обиде. Но если в тяжелое время жизни вы скажете: я не могу ему доверять, и уйдете от него, то вы сделаете глупость. В самое тяжелое время, когда мне казалось, что Бог забыл о нас, у него был план, и он действовал. Оглядываясь назад, я говорю: Господи, ты провел нас через невероятное страшное время, и ты использовал нас для своей славы. В тот день, когда из моего города убегали люди, в страх, кошмар, уже все знают, что такое война, бои в центре города, кровь, смерть, люди убегают, и взломана граница, захвачен Новоазовск, война идет к городу, час, два, три, полдня Мариуполь будет взят, они вернутся, будет ад, опять ад, и в это время люди убегают, и 70 сумасшедших едут на линию фронта, рыть окопы, строить блиндажи, помочь солдатам защитить город. Среди этих 70-40 моих сыновей и моих друзей. Оглядываясь на это, было сумасшествие. В любую минуту лупанут градами, нас превратят в кровавый фарш. Но я оглядываюсь назад и говорю: Господь, ты сделал чудо. Ты использовал наше безумие. И мы просто говорили людям, мы говорили журналистам, подскакивающим туда на минуту: что вы здесь делаете? Разбудите нас кто-нибудь. Мы русские люди, роем окопы от русских танков под Мариуполем в 21 веке со своими детьми. И что-то случилось. Мои земляки поверили, что можно защитить город. Поднялись, приехали, молились все. Начали строить укрепления. Директора заводов пригнали строительную технику. Начали рыть экскаваторами. Начали привозить эти бетонные, строить оборонительные линии. И слава Господу, мой город остается свободным. И слава Богу, пушки замолчали с 31 августа. По крайней мере, активная фаза войны. И последняя перед молитвой. Бог говорил мне об этой войне до войны. Бог говорил мне о страшном шторме, который придет и будет трястись все в моей жизни. Бог говорил, что вся наша привычная жизнь рухнет, и надо будет устоять. Устоять в любви посреди ненависти. Устоять в вере посреди полного отчаяния и кошмара. Нужно будет остаться людьми, когда все будут превращаться в зверей. И еще Бог обещал мне. Он показывал мне, что будет происходить. Он показывал разбитую машину во сне. Через 4 недели наш автобус битами разбивали в центре города. С пистолет к голове моего пацана, погоня, стрельба.
чудом остались живы. Он показывал мне, как я прячу жену. Мы пережили несколько эвакуаций, и за мою голову назначена цена, и это очень непростые переживания. Он показывал мне, как люди в моем городе поднимутся, станут плечо к плечу против зла. И это случилось. И мы участники этого процесса. Он показывал мне, как будут бои в центре моего города. Я во сне удивлялся, говорю: Господи, что-то не так. В Киеве там что? У меня в городе бои через несколько недель. В самом центре Мариуполя бои. И еще он показал мне: взойдет солнце и вернется мир. Я боюсь сегодня сказать это окончательно, но 31 августа в 2 часа ночи у меня ушел сон. Как будто 3 ведра кофе выпил. Глаза открылись, как блюдца. Сон прошел. Я уехал на молитвенную свою кручу возле моря. С этого моего молитвенного места прямой вид на войну. Молишься, взрывы, огонь, вспышки, дым, гибнут ребята у тебя на глазах. Я сказал: Господи, что это? Я молился там до рассвета, и когда взошло солнце, сказал: Боже, может быть, это то, что ты мне говорил, взойдет солнце, вернется мир. Я боюсь пока сказать это окончательно, но с 31 августа как будто кто-то нажал на паузу в этой войне. Надеюсь, что это кнопка стоп. Молитесь за Украину, молитесь за Россию, благословляйте, чтобы мир вернулся. И еще раз прошу, не спешите судить тех, кто там находится и чьи действия вам непонятны. Я искренне молюсь, чтобы вам никогда не проходить через подобные испытания. Но если, не дай Бог, зашатается весь ваш мир, просто помните, что Бога надо благословлять во всякое время. Давайте встанем и молитесь.